Русскими буквами, это СРТ. Это русские буквы или? Нет. Это нет? СРТ. Надо подумать. Придумать, да? Как Апусагра. Кстати, то ли Чикаго, в этом году зимой в Химках был, то ли как-то так, то есть... работал на этом, где космические двигатели делают. Так там пресса стоят тоже с 1930 какого-то года, американские. У нас вот в 30-х годах СТО все в Америке поставляло. И фабрика здесь тоже строилась, все было американское. Мы слабо в этом были? Ездили специально в Америку, закупали, по крайней мере. Главный инженер на фабрике ездил. Так дело в том, что они там работают, вот эти станки, они гнут там что-то. Да, ну а что? Если бы этот рудник работал бы. Ну, ответь, видимо, это и есть рудник. Уже котируется Россия должна. Одна
Че, тропа все круче и круче. Сейчас по скалам. И вон они, эти молибдановые рудники. Владимир говорит, что их еще ласточкими гнездами называют. И вообще слишком круто. Снег увидел. Еще снег. Трубы валяются с 30-го года. Информации, да, я вам по геологии скажу. Вот это молибденовое месторождение открыл Лобунцов. В Кировске есть улица Лобунцова, она появилась только после перестройки. А Лобунцов на самом деле один, второй великий человек после Ферсмана, может быть и более, потому что он открыл месторождение первого апатита. Вот. Ну и здесь он тоже открыл это месторождение. И вот он тогда, молибден был очень нужен, как бы редкие месторождения не были известны. И вот его искали, значит, молибден решили разрабатывать здесь. Но месторождение оказалось бедное, видимо, богатые месторождения нашли в других местах, поэтому это все дело и прикрыли. Вот. Просто я хотел, чтобы вы про Лобунцова запомнили. У него назван минерал Лобунцовит, целая группа минералов, улица. И он вообще-то был офицером царской армии. И стал он геологом, когда ему уже было 39 или 40 лет. Вот, он уже, его там и чуть ли не расстреляли там в Колчаковской где-то, арестовывали в 20-х годах. И потом он, значит, его встретил Ферсман и привлек, поскольку он был хороший организатор, как военный, то есть у него звание было там военное. Он организовывал вот эти первые экспедиции Ферсмана 20-х годов и был там одним из, ну, со второй начиная экспедиции. Первая была без него. Вот, и Лобунцов... Потом, что получилось, когда начали всех репрессировать в 30-х годах, его тоже было за что, конечно, поймать. Но он, предвидя это, все уехал где-то в Подмосковье, и, короче, все про него забыли. Его поэтому не посадили, и он как бы прожил и пережил вот эти тяжелые репрессии. Хотя его бы, конечно, как бывшего белого офицера могли расстрелять. Но из-за того, что он все-таки был вот такой он был чего белый офицер, в честь него не назвали улицы. Не да, назвали, Кировский. Это ладно, но поживой там. Да, ну то есть как бы его... Ну, выжил, да, молодец. Может, прожил не так, как... Хороший был мужик вот такой. Ну, 39 лет, представьте, вот он стал, начал учиться и стал геологом, заменитившим первооткрывателем месторождения. Так что вот никогда потом не поздно... Потом куда он делся? Да. А? Если умер, потом куда он делся? Ну, в Москве потом. Ну, потом он там на пенсии уже в Подмосковье жил, даже золото там намывал. Ну, так, для интереса. Сотрудничал, может быть, даже с какими-то организациями. Ну, я вот так его судьбу после военного. Я взял спокойненько. Так, мы рюкзаки еще не здесь оставляем, да? А, рюкзаки-то здесь оставить? Вот для входа? Или ты думаешь, здесь? Зачем тащить с этим рюкзаками? Ну, просто с рюкзаками, может, неудобно, лишний вес и как бы... Ну, тогда, да, тогда фонари надеваем, да? В этот сжатый воздух подавался шахтой. Так мы тоже увидим эти трубы. По этим трубам потом к ним через шланги подключали перфораторы, которые, ну, знаете, долго идут там асфальт и прочее, да? И вот тут этими перфораторами долбили. Thank you.
Нет. Я думал, так светло будет. Ух ты, круто. Пригибать. Ага. У вас каска еще больше. Че это? А, кусками труба лежит, да? А? Труба не на всю шахту, кусками лежит. Ну, видимо, она как бы была короче. Разобрали. И сами там будет получше. Дождь пошел, что ли? Еще одна шашка. Не ударились? Нет, я не ударился. А я таких. А, ну у нас еще тут запас. Ага. Не, вы впереди меня шли, ударяйтесь, я вижу, где пригибаться. Да, а я такой... Себе... А ты же как будто кто-то по голове. Чем мы обратно, так тем же путем, да? Ага. Что, светится? Есть? Или у вас такой фонарик? А, не, у нас обычный. А пойдем туда, Аня, там еще Саша, а твой фонарик? Саша давай. Еще не пришел, он заигрывает. Видите, какие его выпады. Но если мы посмотрим, то он и на стене. Фиолетовый. И смотрите, на чем мы стоим. На чем? На золоте. На памяти. Это значит золото царя Мидаса. Вы его вынесете и увидите, что это просто серый камень. Но если кто-то захочет вдруг приобрести фонарик, то его есть призма, то можете такой камушек подобрать. И... Фонарик. Вот, смотрите. Так, давайте, у кого рюкзаки пустые. Набивайте. Вы смотрите, по стенам очень интересно. Ага, маленькие вкрапления, ага. Золото, золотой лихорадка. Золото кругом. А скажите, вот именно в этих штольнях больше всего вот таких? Ой, что-то обвавляется. Вот видите, этот фонарь, немножко отличие. Вот есть разница, это больше. Вот именно в этих штольнях больше всего вот таких камня, да? Да нет. Или вообще в Сибинских горах? Да, есть. Здесь больше, да? Может быть, это... Свойство этой молитвенной фонарик, Люля.
Давайте мы выйдем. Видео можно? Или фото? Да лучше видео, фото у тебя вспышка сработает. Не, она ночной-то у меня, она не сработает. Там фонарик. Спасибо. Лен, подожди, пожалуйста, ребята, поможешь мне на здесь? Сейчас сама. Пошел дождь. Сейчас как бы промок им насквозь. Погода поменялась. Было солнце. После обеда стал дождь. В общем, обратный путь под дождем. Некоторые вопросы уже просто...